Блокчейн-платформа для сферы финансовых услуг. Как сообщается на сайте японской корпорации JBA, над проектом работают крупнейший поставщик IT-оборудования и услуг Fujitsu и Японская ассоциация банкиров JBA. При помощи этой блокчейн-платформы банки смогут разрабатывать приложения для новых финансовых услуг и тестировать их. В основе разработки лежит технология Hyperledger Fabric. JBA предоставит свою платформу банкам-филиалам и другим финучреждениям в качестве тестовой среды для приложений, использующих технологию блокчейн, например, для сервисов расчета и перевода средств, отметили представители в пресс-релизе. Протестировать приложение банки-участники смогут уже в октябре.